Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 9 сентября. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Пимена. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «пастух». Небесным покровителем его является преподобный Пимен Великий, египетский. В IV веке в Египте жил Пимен. Впустив в сердце свое Господа, он удалился в монастырь, в котором принял иноческий постриг. Каждый день его был наполнен молитвой. Не замечал он даже голод, питаясь пищей духовной. Все это привело преподобного Пимена к такой высокой добродетели, что вошел он в совершенное бесстрастие. Для многих иноков святой был наставником. Они записывали все, что говорил Пимен. Однажды монах спросил его, как избавиться от злых мыслей. И старец, не задумываясь, ответил: «Злые мысли, как искры, их нужно тушить водой, то есть молитвой и устремлением к Богу». Всех вопрошающих он учил бояться Бога, молиться и совершать добро. Вся жизнь его была наполнена святостью и назидательностью своих поучений. В возрасте 110 лет египетский пустынник мирно отошел ко Господу. Еще один именинник – Александр. Ангел-хранитель его – священномученик Александр Цицеров, пресвитер. Александр с детства был знаком с истинной верой, но никогда не хотел посвятить себя служению Господу. Повзрослев, он занимался революционной деятельностью и даже вступил в партию социал-демократов. Но понимая, что в сердце его все-таки живет Бог, пошел учиться на пасторско-миссионерские курсы, после чего был рукоположен во священника. Отец Александр обладал выдающимся даром проповедника, большое внимание придавал труду, а в сезон сам работал на поле, подавая пример остальным. В 37 году по стране пошла волна арестов священнослужителей, и батюшку тоже это не миновало. За ложное обвинение его сослали в лагерь, где он скончался от невыносимых условий. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Анфису, Савву, Михаила, Степана, Павла, Владимира и Дмитрия. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!